Более 400 невостребованных российских паспортов скопилось в кабинетах Ангарского отдела УФМС. Их владельцы не могут получить еще с прошлого года. А между тем, за проживание без документа установлен штраф до 2000 рублей. Специалисты службы напоминают о необходимости своевременного получения паспорта. В отделе даже организовали акцию «Паспорт за один день». В эту акцию могут обращаться граждане, которые получали ранее паспорта в городе Ангарске и имеют постоянную прописку в городе Ангарске. Но под эту акцию попадают люди по достижении также лет по изменению установочных данных. Утрата и порча в эту акцию не входят. Все вопросы о времени проведения акции можно уточнить по телефону 52 29 44.